Меня воевал мой дедушка. Вот Минников Федор. Вот он попал в первые же дни войны, как он рассказывал, он попал в плен. И был в Германии все 4 года войны в плену. И, соответственно, когда он вернулся сюда, в СССР, был, конечно, рад, что он вернулся, но, в принципе, всегда война для него была больная тема. И никогда он сильно о ней не распространялся. Вот все ужасы войны вот прошел просто прямо на себе Федор Иванович Минников. Он еще жив? Нет, он умер в возрасте 85 лет. Это уже было давно. Сейчас ему было бы 100 с плюсом уже лет. Так что вот есть нам что вспомнить, есть. А что бы пожелали ульяновцам 9 мая всем своим согражданам? Помнить, конечно, помнить. Помните то, что произошло, потому что в последние годы как-то это немножко развелось и стало не таким важным и, наверное, наболевшим. И фильмы о войне уже смотреть никому особо и не хотелось вспоминать. Но сегодняшние события в нашей стране, они возвращают нашу память. И это все очень горячо.